волнение перед сценой, выход и успех. Ученики Зареченской школы искусств вместе с педагогом вспоминают свои недавние выступления. Юные музыканты победили сразу в двух международных конкурсах – в Уфе и в Сочи. В Уфе мы были на конкурсе недавно. Он называется «Международный фестиваль-конкурс исполнителей на клавишном аккордеоне аккордеониссимо». Это очень серьезный конкурс, и я очень рада, что я на него попал. Мы поехали, можно сказать, все, которые выступают с Мишей и с маленькими всеми. Конкурс называется «Международный турнир искусств «Славься Отечество». Я на нем занял первое место. Ребята признаются, им нравится выступать на сцене. К сольным номерам подходят с большой ответственностью. Всегда хочется показать результаты лучше, чем в прошлый раз, говорят аккордеонисты. Победители этого конкурса дают возможность, им дается представить нашу Россию на самых очень двух серьезных конкурсах для народников. Это Кубок мира и Трофей мира. Свои кубки и награды воспитанники Зареченской школы бережно хранят и уже готовятся принять участие в областном конкурсе «Подмосковные вечера», который состоится в конце января. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».